нас первый дворик, литературная игра. Несу гостиные команды победителей, проигравших и так далее. Первый урок. Я сейчас только приехала. Иду сейчас просто с огромным количеством сумок. У нас все что скульптура, это игра. Сменка моя. Мне сейчас ужасно чистится камера. Все хорошо. Мы встретились. Мы поняли, что мы никогда не готовы. Подарочки. Оливочек еще не видим. Да. Почему так трясется камера? Я поняла, что я забыла половину вкусняшек. Талиночка, красоточка. С кудряшечками. Зайчика. Ага, побежали. Ты прикалываешься? Да что? Мы в каком-то выездном конкурсе. Что поимели? Мы пишем какую-то хрень. Мы рады, что... Нам мы что? Нужно... Мы рады, что имели случай прийти... Поимели. Имели. Здравствуйте, Авдотья Васильевна, родители возлюбленного моего. Здравствуй, Машенька. Здравствуй, Майя Ивановна. Давайте пройдем. Мы очень рады, что имеем случай приютить и обласкать тебя, бедную сироту. Спасибо, что вы меня так тепло и радушно приняли. Ты нам как родная, чувствуй себя как дома в нашем имении. Все, да? Спасибо большое. У нас сейчас пока что отрыв в 3 балла. Вот. Наша песня на моменте. Я посмотрю на себя. Ваши вообще мнения ваши. Давай еще. Мы отстаем на 4 балла. Это очень грустно. Мне нужна пятерка по литературе. А еще вот здесь мелодии к песне, потому что поем. Принеси расческу, пожалуйста. Хорошо. Девка красная, не ходи, девка молода замуж. Ты спроси, девка, отца матери роду племени. Накопи, девка, ума разума приданого. Ах ты, девка, девка красная, не ходи, девка молода замуж. Ты спроси, девка, отца матери роду племени. Накопи, девка, ума разума приданого. Награда. Еще один. У нас
А у меня еще есть грамота. А тебе нужно второй скидок? Да. Обидно. Мы выиграли. Мы жестко всех просто разнесли. Мы просто вначале отставали прям намного. На 8 баллов целых отставали. Да, да. Потом в конце мы начали... Жестко команды. Да. Потом они опять начали гнаться. Короче, мы думали, что мы проиграем. Но в итоге у нас 65 баллов, а у них 61. У нас сейчас будет английский олимпийский. Расчесывается такая вот. Мы вместо того, чтобы сидеть и учить песню для этой игры, окручивала себя на новую плойку, которую мама купила на Вакперсе. Там была черная пуговица, она, блин, закупилась. У меня теперь есть этот бальзам Eat Me, как этот Aesthetic Girl с шоколадом. Мы сейчас играем в игру «Угадай четыре симптома». Типа, она мне показывает цвет, сама его не видит, угадывает вкус. Ой-ой-ой! Все, играем, давай. Закрой глаза. Да, я блин. Ага, да. Давай. Это вишня? Нет. Я, короче, перед этим уроком нашла английский, я перед ним положила Skittles на подоконник. Мне вот интересно, я его сейчас там найду или его что-то забрал? Потому что некуда было его положить. Я его просто положила на подоконник, вот мы сейчас пойдем посмотрим. Реально, вот там вот должен держать мой Skittles. Кстати, Алена с каким-то Skittles'ом шла, может, она его забрала? Все, плакал мой Skittles, будем вместе Алине. Нет, Skittles'а. Я тебе говорила, зачем ты его оставил? Потому что некуда было его вообще положить. Ладно, мы сидим на физкультуру. Физкультура. Эта вот женщина не взяла форму. Придется одной не заниматься. Слушай, знаешь, сними, когда я буду подходить и говорить, что я забыла форму. Да, потому что мне интересно, что он в этот раз скажет. Да, потому что он ей в прошлый раз сказал, типа... Ой, ну же второй раз за триместр, как так можно? Так же девочка, которая не ходит каждый урок. Да-да, как так можно? Мы сейчас будем пробиваться, потому что здесь играет волейбол. Это всегда очень страшно. Мама там... Нет, давай, нам нужно выйти, нам нужно выйти. Давайте, просто. Он тут собственно. Побежали. Я живая, ура. Я очень такая девочка. Таша. По формочке. Чем мы занимаемся на переменах? У меня желтый язык. Ой, ты добавишь это в вовло? Да, добавь. Конечно. Я лучше упаковочку. Давай сейчас скажем. Да, отдайте. Нет, правда. Сейчас будем раскачивать. Я хожу в школу, чтобы мочить. Картошки. Да, типа. Картошки-то. Эй, Яна! Ой, тут не так. И just dance. Ваши ноги не видно. Ладно.
так. Нет, нет, вот лучше, вот как Адель, как Адель. Не-не. Ой, да, как, как вот так. Вот так. Вот так. Вот как бы так она сделала. Подожди, давай еще. Его сначала так раз. Вверх, в прямом пути. Раз, два, раз. Раз, два, раз. Раз, раз. Надеюсь, Настя это не добавит. Да. Раз, раз. Да. Ой, ой, немножко урок. Немножко вот. Урок. Ой. У нас сейчас закончилась физика, мы с ней работаем. Алиночка, ведь 40 градусов, только боку ее вызвали делать домашку. Ну, делать, да. Прорешать. Вот, сейчас у нас обеденная перерема. Вот, у нас две обеденные перемены сейчас и, нас, и ну, после следующего урока. Вот, мы сейчас ждем соломочку. Я уверена, что сейчас здесь будет... Так, я сейчас ушла, потому что потом будет болеть плечо. А у меня сумочка легенькая, поэтому мою сумочку можно носить. Вот, мы сейчас идем. Зачем ты наклеила тупую вообще не эстетик наклейку с Among Us? Потому что там грязно было. Сама, блин, эстетик герл, а клеит наклейки из Among Us. Я вообще не выписала прикола. Нет, вообще не то очередь. Это обычно очередь начинается от входа просто. Вообще, сегодня супер день. Алиночка покушала сейчас. Вот мы сейчас играли в игру, типа угадай кодную амуницию. Алиночка почти все угадала. Как почти? Ничего она не угадала. У меня ночью была алгебра, мы готовили самостоятельно, который будем писать в понедельник. Завтра еще будем готовить. Понедельник напишем. Значит, будет последний урок. География. Мы будем смотреть фильмец. Я отдала Соне телефон. А я думаю, она сейчас убежит. Сама слушайте обзор. Булочка с сыром. Уважаем. Мы жестко переходим из этого класса в класс по этой же стороне. Вот. Да, нам очень долго идти, я знаю. Блин, закрыть телефон. Буду вам открыть телефон. Все, купаюсь. Они дерутся, они дерутся. Драка. Катя. Там, подождите, там драка. Там драка была. Там драка. Там кого-то нет, дали телефон. Сони хорошая, она не забрала. Я просто пошла. Драка века. А это Янина, 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 Янина. О, ты душа. Прямое попадание. Это жесткий абьюз. Это увидит вся страна, Яна. Ну, делитесь, давайте. Че вы закончили? Это моя тетрадка, че вы не делаете? И мы с Катей сидим такие. И Алена. Че вы спите? Алена, Алена топ. Алена умная тетя. Да, я тетя. Она младше меня на год. Ну да. Я вот такая, я старуха вот такая. Понимаете, я старуха. Вот она маленькая еще. Еще вон молоко на губах не обсохло. А уже блогер. Вообще, ужас какой-то. Что за поколение пошло? Пьется, ё-моё. Ты мне висок специально. Ариана Гранде. Сначала иду я. Что за поколение пошло? Ужас. Сначала иду я. Потом Ариана Гранде. Леди Гага. Понятно? Всю суть показывает. Настя, забавь его во влог. У тебя лоб? Добавь это в лоб, Настя, умоляю. Я ссор на то, как я ем. Почему я не снимаю эти все сыры? Вот, все главное, самое интересное. Так, нет, там интересней. Она, там что-то происходит. Там расставание с Галзеем. Я люблю Чокопай. Должен любить меня. Кстати, что за поколение прошло? Я вообще поколение про... Тихо, все. Мы Белиция мира. У вас в молоках еще не обсохло. Сначала иду я, а потом Ариана Гранде, Леди Гага, там Бьонс, не знаю.
Ну и там вот здесь вот я, вот смотрите, вот здесь вот я, и вот здесь вот где-то Настя. Она тебя не со своими блогами. Как у меня она пришла? Не подавись, голова. Что у вас происходит? Можно вас узнать? Я не знаю. Спектакль окончен. Что происходит? Чего нет? Не-не-не, как там? Как, блин, это? Ах ты, девка, красная! Потолок фаулов. Еще очень интересно, как с новеньким. Меня убить хотели. Серьезные заявления. Мы продолжаем. Часть 2. Что тут еще есть? Подождите. Вот, пожалуйста. Тут я и там я. Похоже, давайте я сравню. Давайте следующая фоточка. Куда мое зеркало пододвинули? Там опять какие-то проблемы. Это жесткий обзор. Жесткий обзор на наших одноклассников. Ой. Бывает. Я испачкала шоколадом. Подождите, покажите вот это. Это какой-то ребенок нарисовал свою маму. Это я. Меня бросила Адель. Не понял. Очень информативно. Это не я ее бросила. Это... Она бросила. Она ушла куда-то. Она в туалет пошла, сейчас будет плакать. Она сбросится с крыши. Беги за ней. Беги, Адель. Давай. Пойдемте на место происшествия. Скорее за Яной. Скорее. Она сейчас бросится с крыши. Она уже сбросилась. Адель, быстро миритесь. Она сейчас бросится с крыши. Жесткий репортаж. Адель, скорее берите. Она упала с крыши. Она меня толкнула. Я на тебя истерика. Адель, быстро. Я в шоке. Быстро. Спецэффекты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне палец прищемили. Спецэффект. Да горы так близко, блин. Не портите мне, причем. Его. Яна, ты спросишься с крыши теперь. Седатил. Ты теперь спросишься с крыши, Яна. Вы адекватны? Яна, что с тобой? Ты собираешься сброситься с крыши? Где Адель? Кажется, Адель вместо Яны спрыгнула с крыши. Бежит спасать Адель. Яна, пишет. Ой. Короче, они обе живы. Ура! Сначала убирала Яну, потом рассыпала. И убила Яна, и я потом успела. Конец. Возможно, ты попадешь. Мы спросили у буфетчицы, какие вкусы сока есть. Она мне рассказывая, дала грушу и яблоко, блядь. Мы пошли. Какие вкусы сока есть? Она просто без вопросов дала грушу и яблоко. Как тебе? Оцени от 1 до 10. Хей. Нормальная оценка. Еще однажды мы подходим к буфетчице, просим, здравствуйте, можно, пожалуйста, сок вишневый? Она дает яблоко виноград. Веселая история от Савелия. Ей надо по 3 раза повторить, что есть. Все, у нас урок. Как вы поняли, у нас очень вкусный класс. У меня нога болит. Здесь.
Hi, bitch. Потише. О, моё, блядь. Всё хорошо у мальчика. Говорю, мальчика, всё хорошо. Короче, у них семейные драмы, да, обзор на наших одноклассников. Где там семейные драмы начались? Опять? Где? Вот там она опрокинула стул, чтобы к ней не подсел никто. Всё, мы. Это самое вообще бывает, понимаете? Ой. Смотрим про полку. Ну давай, смотри. Сегодня закончилась география, и мы сейчас идем на конференцию с одним совсем популярным блогером. Вот Алинка идет домой. Не домой вообще. Пока. В общем, да, нам сейчас еще полчаса нужно чем-то будет заняться, не знаю чем. У нас в 16 начинается конференция, где-то в 16:30 я спалю. Ой, Яночка идет. Мы чуть не пропустили конференцию. Мы, в общем, сделали уроки. Девчонки начали делать алгебру, я сделала историю и начала еще делать химию. Вот, ну и физику, можно сказать, мы сделали. У нас 3 минуты. Пошли, вы сами собираетесь. Побежали, это уже. Когда ты создаешь, начинаешь создавать контент, ты заходишь в социальные сети. Вот мы сейчас снимаем TikTok. Конференция уже закончилась. Я планировала вообще сидеть там только 30 минут, но потом пришла идея снять ТикТок. Вот, и мы, наверное, минут 20 снимали ТикТок, потом мы быстренько сфоткались. И все, я сейчас уже бегу домой. Уже потому что 17 часов вечера. Я там уже мое такси личное. Дедушка заждался, наверное, потому что он приехал к 16:30. В общем, было очень круто. Сначала позвали опросики, пообщались, потом вот снимали ТикТок. Так что, если вдруг увидите ТикТок, кто? Это мы, это мы.